Покрасили мы стаканчик, теперь надо воздух пока туда дать, пока мы не сделали слива. О, с помощью штангель-циркуля замерили около 4 миллиметров. Сейчас на глаз я померяю. О, это вот где-то вообще. Раз, два, три, и мы попали. Делаем дырочку. Опа, вот так, не? Ага. Ну, еще чуть-чуть можно, чуть-чуть. Вот так, все. О, сойдет для села. Теперь у нас есть вот такой вот насос вакуумный. Мы его сейчас попробуем с вами подсоединить. Вот такой вот есть у этого насоса камешек. Насосы за какие-то, ну, совсем маленькие деньги, с учетом того, что я за камень тут как-то платил 300-400 рублей, правда, побольше. Вот, подсоединили. Ну и все. Пытаемся включить. Потом подвесим, а потом мы это все на дачу вывезем, и там будет сток. А сюда будем просто дополнительный раствор, наверное, подавать. Ну, посмотрим, куда, как карта ляжет. Вот. Так, это подсоединяем сюда. Потом покрасим и эту, и трубочку, чтобы ничего у нас не цвело, не зацветало. Ну, давайте посмотрим. О, поехало. Так, сейчас мы эту вот сюда вставим. Ну и все, а здесь, а это куда-нибудь будем веревочку и вот так вешать. О, отлично. Все, все отлично будет. Вот так. Давайте посмотрим, как бурлит. О, смотрите, как бурлит. Видно? А вот отсюда брали сверла. Из красивого. Все ссылочки будут. О, видно, как бурлит? Ну-ка, нагни. Бурление говен. А? Пока у нас PPM 500. Вот. Вот так. О, надо будет открыть. Вот тут раз, зацепили. Безотходное производство. Еще, может, в туалет перестану ходить и вообще совместим гидропонику и какашечную технологию. Шутка, шутка. Так, а из старой мы пойдем польем рассаду. Ну, это безотходное. Теперь в следующее это покрасим крышку. И, соответственно, крышечку покрасим, будет все черненькое. Ну и начнем клеить этикеточки, когда что посадили. Вот так. Мастера работают.